матче 27-го тура первенства ФНЛ-2 дублеры волгоградского «Ротора» на своем поле принимали новороссийский «Черноморец». Вывеска к поединку была весьма красивой, ведь сравнительно недавно моряки были крепкими середняками высшего дивизиона и давали хороший бой признанным фаворитам, в том числе и «Ротору». Хотя это уже стало историей. Сегодня «Черноморец» – крепкий середняк первой группы третьего по силе дивизиона и выступает, можно сказать, вполне успешно. Об этом говорит и шестое место в турнирной таблице. Разумеется, в Волгоград новороссийцы ехали исключительно за победой и с первых минут начали давление на наши ворота. Молодые волгоградцы достойно отбивались, вот только организовать свои атаки у них совершенно не получалось. Более опытные гости гасили все попытки хозяев еще в центре поля. Однако удержать свои ворота сухими наши парни смогли лишь до 34-й минуты, когда ростовский арбитр Владимир Шамара назначил в наши ворота пенальти. Было ли реальное нарушение или нет, судить сложно. Но когда рефери полез в карман за горчичником, создалось впечатление, что он собирается наградить игрока гостей за симуляцию. Но все-таки пенальти. И подошедший к точке Иван Тимошенко развел мяч и кипера Никиту Репина по разным углам. Хозяева поля не успели прийти в себя после пропущенного гола, как тут же получили второй. И снова его автором стал Иван Тимошенко. А перед самым перерывом хавбек черноморца Никита Пономарев хлестким ударом положил третий мяч в ворота сине-голубых и тем самым довел счет до крупного. Во втором тайме гости играли более спокойно, что в целом неудивительно. Хозяева не сдавались, пытались что-то создавать, но это был явно не их день. Разыгравшийся Иван Тимошенко на 72-й минуте забил четвертый мяч, а за несколько минут до финального свистка оформил покер и поставил окончательную точку. 5-0 в пользу гостей. 4 мяча за игру – просто блестящий показатель. И тренерскому штабу нашей главной команды стоит взять на заметку, какие ударные форварды играют в третьем дивизионе. Может, поискать усиление именно здесь? Проиграли, да, бросаем почему-то, пропускаем гол, второй гол, и в которую игру уже начинаем проваливаться, да. Но я еще раз говорю, уже пора, 18, 19, 20 лет уже пора проявлять характер. Пока за счет этого мы можем, за счет характера. У нас игры были, мы все время говорили, где мы проявляли, где мы там катились, бились. У нас и был результат, или там ничья, или мы выигрывали. Ну, к сожалению, да, сейчас так надо действовать, и будем расти тогда, и они будут расти. Только я с этим связываю. Да, поражение. Ну, это такая полоса наступила, как-то из нее надо выбираться. Да, у нас чем игровые виды спорта хороши, да, в частности футбол, что каждую игру можно отмазаться. Да? То есть у нас следующая игра, надо готовиться, надо забиваться, забывать об этой игре. Ну, опять же, если мы будем не проявлять характер в играх, у нас может получиться в каждой этой игре. Там, и с Синтуками, там, и с Алани, и с другими соперниками. Вот и все. Одержать победу дублеры основной команды не могут с 17 октября прошлого года, когда обыграли дома «Легион Динамо» 1-0. А последние три поединка и вовсе уступили с общим счетом 0-15. Хотя, в какой-то мере дублерам это простительно. Они только по факту учатся играть и набираются опыта. В турнирной таблице первой группы «Ротор-2» занимает 15-е место, имея в активе 17 очков. Ниже нашей команды только «Алания-2» и «Синтуки», у которых, соответственно, 11 и 10 баллов. Следующий матч на выезде 29 апреля как раз против «Ессентуков», которых в первом круге подопечные Алексея Жданова разгромили на своем поле со счетом 6-0. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».